Коллекторы запугивают заемщиков Имексбанка. Более 23 тысяч украинцев получили смс-сообщение с требованием вернуть деньги по кредитам, которые они уже погасили. После банкротства Имексбанка все его кредитные дела перешли к разным финучреждениям. Именно им заемщики продолжали выплачивать кредиты. Однако в этом году эти же дела передали обществу с ограниченной ответственностью Довира Гарант. Его представители, по словам самих заемщиков, посредством судебных махинаций коллекторов вымогают у людей деньги по второму кругу. Процентов 70-80 денег они получают не через суд, а путем морального давления. Особенно у нас, ну, есть люди разные, есть морально устойчивые люди, а есть люди, там, скажем так, подверженные страху, они боятся угроз, они боятся звонков, особенно люди постарше. Вот. Это касается не только этой ситуации, а в целом. И я всегда советую, ну, будьте морально устойчивыми, посылайте их всех куда подальше, как можно дальше, вот, и отправляйте в суд.